Здравствуйте, зрители телеканала «Тайна». Меня зовут Елена Гертнер. Я мастер исцеления души, трансперсональный психолог и светлый маг. И сегодня я расскажу вам прогноз дня для раков. Раки, ваша карта дня на сегодня – башня. Из всех архитектурных творений человека величественная и непоколебимая башня – самый важный и многозначительный символ, воплотивший в себе мощь, гордыню, бдительность, неприступность, духовный подъем и целомудрие. Символ башни очень многозначен. Это символ власти, величия, авторитета, стабильности, устойчивости достигнутого положения. Сегодняшний день достаточно сложен для раков. Хотя, если быть готовым к сюрпризам, которые он способен преподнести, можно с достоинством вынести все испытания и остаться в выигрыше. Постарайтесь провести день в одиночестве. Запланируйте побольше дел и занимайтесь исключительно ими. Будет немало провокаций и попыток сбить вас с пути, но это как проверка. Если сумеете не сломаться, дальше будет легче добиться своей цели. День наполнен внутренним напряжением, но это совсем не значит, что от любой ситуации надо ждать конфликта. Просто если правильно использовать имеющиеся внутренние ресурсы, можно противостоять воздействиям извне. Отложите перемены в жизни до более благоприятного периода. Сегодня хороший день, чтобы почистить энергетические каналы. Это получится сделать при помощи травяных чаев, сеансов ароматерапии, медитации. К вечеру можете расслабиться. Опасность миновала. Поужинайте с родными. Посмотрите любимый фильм. Погуляйте перед сном. Свое испытание вы выдержали. А с вами снова я, Елена Гертнер, мастер исцеления души и светлый маг. Прогноз дня для весов. Весы. Ваша карта дня на сегодня – огонь. Огонь – кажущийся живым элемент, который обогревает, освещает, но и в то же время может обжечь или попросту сжечь дотла. Он символизирует вдохновение, пламя страстей, жар. А во многих случаях это священный символ домашнего очага. Чтобы избежать неприятностей, сегодня весам надо отказаться от привычки все расставлять по своим местам, искать справедливость. Сегодня все окружающие будут напряжены, и тут, и там будут вспыхивать конфликты. Не вмешивайтесь в них. Многие будут абсурдны до безобразия, но вас это не касается. Помните, любое вмешательство сделает виноватым вас самих. Причем обвинять во всех бедах вас будут обе стороны ссоры. Займитесь лучше своей жизнью. Дома и на работе скопилось очень много отложенных дел. Приведите по возможности их в порядок, отложите финансовые операции. Сегодня не рекомендуется делать даже мелкие покупки. Следите за своими ценными вещами. Старайтесь не пользоваться общественным транспортом. Лучше прогуляйтесь пешком. Подышите свежим воздухом. Это поможет сбросить негатив, привести в порядок мысли и нервы. Вторую половину дня посвятите себе и близким. Сходите в кино или в гости к друзьям. Позвоните родственникам. Погуляйте с детьми.